Подопечные Вячеслава Рьянова на своем льду принимали соперников из Кирово-Чепецкой «Олимпии». Обе команды начали матч агрессивно. Обилие борьбы оборачивалось частыми нарушениями. Но из многочисленных шансов отличиться в большинстве был реализован только один. Счет на 13-й минуте открыли гости. Хотя к перерыву хозяевам не удалось забросить ответную шайбу, к 3-й минуте второго периода «Чайка» не просто отыгралась, но и вышла вперед. По очереди отличились Денис Шураков и Евгений Борисов. В обоих случаях было реализовано большинство. В начале третьего периода «Олимпии» удалась контратака, и счет вновь стал равным – 2-2. Но в середине заключительной 20-минутки Даниил Веряев вновь вывел нижегородскую команду вперед. И все же удержать победу хозяевам не удалось. За 3 секунды до окончания основного времени ошибка в зоне атаки при розыгрыше большинства обернулась пропущенной шайбой. 3-3. А не сумев ни разу пробить голкипера гостей в серии буллитов, «Чайка» потерпела поражение 3-4. Следующий контрольный матч нижегородская молодежка проведет 1 и 2 августа в Ярославле против «Лока».